Значит, идея какая? Вот мы занимаемся тем, что мы пытаемся в лабораторных условиях у нас на Земле воспроизвести то, что возникает для нас на планетах Солнечной системы, в звездах. Вот. И кроме того, это важно вот для чего. Это важно для решения проблемы термоядерного синтеза. Дело в том, что если ученым удастся зажечь термоядерную реакцию, а эта реакция идет на Солнце, вот. Так вот, задача такая для человечества состоит в том, чтобы научиться эту реакцию делать на Земле. Не там вот далеко, где у вас очень большие массы, вот, размеры звезд очень большие, а сделать здесь в малых объемах. Если будет эксперимент по динамическому сжатию водорода. Есть такая проблема, то есть если водород сжать больше, чем до 2 миллионов атмосфер, есть предположение, что он может стать металлическим или начать минимум сильно проводить электрический ток. Вот, потому что там происходит плазменный фазовый переход. Вот Владимир Евгеньевич Фортов всем этим делом плотно занимался все время. И до сих пор реализуем его творческие фантазии. Лазерный ток – распределитель скорости, который нам зарегистрирует вот это вот весь процесс, который будет происходить на взрывной камере. Значит, его временное разрешение, как я уже говорил, порядка наносекунды, и мы практически можем видеть, что происходит во фронте ударной волны. Вот, пространственное разрешение – это несколько сотен микрометров, то есть очень высокое пространственное разрешение. Вот сейчас я спрошу, готов? Владимир Евгеньевич ответит мне, готов. Через секунду я ему скажу «давай», и он нажмет кнопку. И вот тогда будет взрыв. Без классического проекта? Да. Владимир Ильич, готов? Готов. Давай. Вот он, заряд стоял тут, как мы помним. Когда это все сработало, возникло две кумулятивные струи. Одна вот сюда, слабенькая, а вторая туда мощная. Вот с этой кумулятивной струей давление было порядка 3,5 мегабар. Да нет, 5. Основная задача вот металлического водорода – это сверхпроводимость. Угу. Дело в том, что есть предсказание о том, что металлический водород будет комнатным сверхпроводником. Если это произойдет на самом деле, то это будет революция в энергетике. Но это нужно, чтобы он не то, чтобы он металлическим, но чтобы он еще и был метастабильным. То есть вот, когда вы давление уберете, вы не будете вот при таком давлении все это делать. Он должен остаться в том же состоянии, в котором он был металлическим.